Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и по результатам данного видео я, в принципе, готов получить огромное количество негативных комментариев, уверен, что так это и будет. В этом видео я выскажу свое абсолютно честное субъективное мнение по поводу уничтожителя. Дело в том, что ходят слухи, что в ближайшее время должна появиться вот подобная рулеточка вот этой на СТРВК, только главной наградой будет уничтожитель. Но я, понятное дело, боюсь представить себе, сколько будет стоить полный прокрут данной рулетки, потому что уничтожитель — это одна из некоторых машин в нашей игре, которые прямого доступа к себе никогда не давали никому. Точно так же, как и Крушитель. Но Крушителя в свое время выставили в рулетке, и после этого игроки задумались, а уничтожитель-то чем хуже? Наверное, даже еще и лучше, ну и, соответственно, ждут теперь рулетку, потирая руки, а кто-то даже голду свою не тратит. Но не так хороший уничтожитель, как его рисуют. И да, пускай меня будут порицать те ребята, которые с промытым мозгом пришли с других каналов, там, где им рассказали по поводу того, что уничтожитель — это лучшая машина в нашей игре. Но поверьте мне, если вы не играли на уничтожителе, или по крайней мере он у вас есть, но вы не можете его нормально реализовать, то вы не согласитесь с этими ребятами. А, точнее, не так. Те, кто не играли на нем, готовы отстаивать позицию того, что это лучшая тачка. Но только вы сначала поиграйте на нем, а потом уже пеной брызжите. Что касается времени сведения, разброса, это необходимо заценивать в самом бою, потому что здесь уникальное орудие, которое выплевывает 3 снаряда за один выстрел, ну и, соответственно, наносит потенциально в районе 630 среднего урона. Почему говорю потенциально? Потому что еще попасть надо. Что касается среднего среднего бронепробития, назовем его, снарядов, то здесь 178, с учетом того, что у меня в оборудовании установлены калиброванные снаряды. Если вы калибровку снимете, то, соответственно, у вас данный показатель упадет. И этого показателя недостаточно, чтобы играть против восьмерок, а к восьмеркам вы попадаете довольно-таки часто. Что касается подкалиберных, 231, ну тут уже как-то хотя бы с натяжкой на грани фола против восьмерок. Понятное дело, что против семерок на уничтожителе играется в отношении пробития вполне себе комфортно. Угол склонения орудия вниз минус 8. Ничего не буду говорить негативного, действительно комфортно и нормально. Здесь, как таковых, претензий нет. Все остальное про уничтожителя, что я хочу сказать, давайте будем с вами обсуждать непосредственно в самом бою, куда сейчас и отправимся. Итак, друзья, погнали, и вот вам, пожалуйста, ситуация. Против нас преобладающее большинство восьмерок. Я сейчас посмотрю, кто куда поедет, и, наверное, я психану и поеду с ребятами на линию средних и легких танков. Сейчас объясню, почему. У уничтожителя довольно-таки большой разброс. И стоит отметить, что все ваши вот эти вот три выстрела, которыми вы обладаете за один клик, они не будут у вас 100% результативными. Я о чем говорю? Говорю о том, что, отправляя три снаряда в своего соперника, даже на ближних расстояниях, вы рискуете получить реализуемых только несколько снарядов, в лучшем случае два. Третий снаряд реализуется очень редко, причем я говорю не о том, что именно третий и последний снаряд не попадает в цель, а это может быть любой из данных снарядов. Ну, по крайней мере, у меня практика игры на данной машине складывается именно такая. Хочется отметить, что вот я сейчас свожусь, даю три выстрела, и на вот таком расстоянии, с учетом огромного скворечника крушителя, да, три снаряда заходит. Но когда ваш соперник является плюс-минус забронированным, и серая зона не является просто огромным серым квадратом у вас в прицеле, как это было сейчас с крушителем, то ваши шансы на то, чтобы нанести ему достаточное количество урона, довольно-таки мизерные. Сразу переходим к плюсу. Плюс заключается в том, что здесь 13,6 время перезарядки магазина. Это действительно очень круто, как для магазина в нашей игре на 7 уровне. Ну и, соответственно, потенциальные 600 с копейками урона с вас могут отправиться в вашего соперника гораздо быстрее, нежели на других машинах. Здесь спорить не буду. Что мне не нравится вот в этой вот системе отправки сразу трех выстрелов в соперника? Если я играю на цикличном орудии, то в случае, если вдруг я в кого-то сделал выстрел, у меня через, грубо говоря, там 7 секунд, ну пускай 8, появляется возможность сделать еще один выстрел. Если мы говорим с вами о барабанном орудии, то при барабанном орудии я могу выбирать, в кого я отправляю свои выстрелы. То есть в данной ситуации, допустим, теоретически я еще жив, то в ИСУ-152 я могу выбросить снаряд, ну а следующий снаряд из магазина выбросить во второго недобитка. И таким образом сделать два фрага. На уничтожителе это абсолютно не работает. Вы выбираете себе одну мишень, в нее отправляете три снаряда, ну и потом вам необходимо прожить
практически 14 секунд для того, чтобы перезарядить барабан. Это действительно очень сложно. И, допустим, тот же самый крушитель, делая один выстрел, гарантированно наносит весь урон, который потенциально заложен в его снаряде, ну и, соответственно, дальше уходит на долгую перезарядку. В уничтожителе история немножечко похуже в этом отношении. Вы делаете выстрел, если вам повезло, то все три снаряда прилетели туда, куда необходимо. Если вы играете на среднем расстоянии, то, скорее всего, один или два снаряда прилетит. Ну а если вы играете на дальних расстояниях, то молитесь на то, чтобы вам хотя бы повезло закинуть один снаряд в своего соперника. Потому что после того, как вы делаете этот выстрел, ваши оставшиеся два снаряда на дальних расстояниях летят кто в лес, кто по дрова. И это правда про эту машину. И не надо рассказывать по поводу того, что это суперская тачка. Повторюсь еще раз, я обращаюсь к тем ребятам, которые никогда на уничтожителе не играли, но о нем мечтают, потому что посмотрели большое количество красивых обзоров на других каналах. Ребят, вы сначала попробуйте на нем поиграть, а потом уже высказывайте свое субъективное мнение, которое как-то подкреплено вашим реальным опытом использования данной тачки в игре. Сейчас закончится данный бой, возьмем машину и попытаемся заехать еще в одну катку. Понятное дело, что перед этим мы с вами заценим результаты по бою. Что хочется отметить в отношении потенциальных результатов? Уничтожитель действительно потенциально может вам давать первые места в вашей команде по нанесенному урону. То есть, в принципе, на данной машине сделать 2500 урона, но это не является какой-то там существенной проблемой, потому что у вас действительно крайне крутой ДПМ, который действительно можно реализовать. Вот в этом вот бою, в котором я, можно сказать, практически ничего не сделал, я сделал 2000 единиц урона. Круто ли это? Да, вопрос нет. Это действительно круто. Чем мне нравится уничтожитель? Тем, что это уникальная машина с уникальной механикой, с уникальным геймплеем. Я вообще очень сильно люблю тачки, которые кардинально отличаются от других машин и не являются их какими-то клонами, перерисованными копиями, ну или премиализированной какой-нибудь версией проходной машины. Эта тачка действительно уникальна, но почему-то имбовать в том понятии, в котором она должна, у меня на ней не получается. Итак, поехали. Вторая катка. Попытаемся что-то сделать в городе. На этой карте, на уничтожителе в городе, как-то немножко чувствуешь себя поспокойнее, нежели на открытом пространстве. Поэтому попытаюсь помочь нашим ребятам в районе точки захвата. А там дальше будем смотреть, к чему это приведет. Так или иначе, возвращаясь к теме уничтожителя, я от себя могу сказать следующее. И, возможно, в чем-то я повторюсь. Машина интересная, машина уникальная. Я абсолютно не говорю о том, что это прям кусок дерьмища какого-то. Но в то же время я не готов навешивать на него эмблемку с надписью «Имба». Ну, просто потому что я не вижу здесь реально такого чего-то имбового. Вот сейчас подъехал товарищ, я вообще ничего сделать не смог. При этом получил бортину, блин. Тоже классно получается. Играл бы на барабане в обычном, сделал бы один выстрел, на этом бы успокоился, подождал бы, пока Арл протянется вперед. Играл бы на цикличном орудии, опять-таки, сделал бы выстрел, потом начал бы перезаряжаться. Но, не знаю, вот этот вот вопрос выброса сразу всех трех снарядов меня очень сильно смущает и мне лично доставляет только дискомфорта в игре. Ну, не получаю я того фана и веселья. За исключением тех моментов, когда я выезжаю против какого-нибудь товарища, у которого 550 единиц запаса прочности, ну и, соответственно, имею возможность в него нормально отбросить, ну и, соответственно, отправить его в ангар отдыхать. На вот таком вот расстоянии, допустим, играя против того же самого Титана, сейчас он появится, я попробую сейчас ради интереса 3 раза в него попасть. Да хрен там, 2 раза. И это расстояние это не сильно большое. Именно об этом, ребят, я и говорю, что играя на средних расстояниях, а уж тем более на дальних расстояниях, рассчитывать на точность данного орудия не то что не приходится, а играя на этой тачке, я постоянно уверен в том, что я ни хрена не попаду всеми 3 снарядами. И это бесит просто до безобразия. Именно поэтому я не считаю данную машину, ну прям мечтой каждого танкиста. Есть гораздо интереснее тачки в нашей игре. Только и того, что по 3 снаряда отбрасывает. Ну и машина уникальная. Сугубо по внешнему виду и, соответственно, по его, не знаю, там, механике, если ее можно так назвать. Хотя, по большому счету, это не механика. Механика это дополнительная, да, какая-нибудь плюха, которая вам что-то там дает. Допустим, аварийная гусля или раньше сжигающаяся лампочка, или наоборот, быстрее уходить из-за света.
Здесь вопросов нет. А это не механика, это просто система выплевывания из вас снарядов. Причем стоит отметить, что я зарядил сейчас голдовые. Мне, в принципе, было достаточно одного выстрела для того, чтобы его добрать. Но, по сути, я потратил 3 голдовых снаряда. Вот так вот получается. Да, победа. 2 сделанных фрага. Окей. Приносит ли массу удовольствия? Ну, только в тех боях, когда у вас получается быть, скажем так, в той зоне боевых действий на карте, где вы можете практически спокойно отбрасывать барабан за барабаном в слабо бронированные машины. Тогда да, тогда вопросов нет. Но по результатам данного боя у меня получилось 1000 единиц нанесенного урона. И что касается моей результативности по команде, то я больше чем уверен, что туда стыдно глянуть. Тоже, ребят, какой-никакой, а все-таки факт, которого я не скрываю абсолютно. 3-е место с конца. Как бы я ни играл на уничтожителе, более хороших результатов, нежели 2500 урона, у меня никогда не получается. На удивление, постоянно машину разбирают. И что бы там ни говорили по поводу того, что он супер забронированный, но окей, он супер забронированный, если играть на нем где-нибудь стоя от башни, пряча свой корпус. Но для этого необходимы карты, на которых вы будете находиться на каком-то расстоянии от соперников, причем они не будут прятаться, и при этом у вас будет возможность в них нормально отстреливать. Как я уже сказал, на средних расстояниях орудие такое косое, что, наверное, мой пьяный сосед на пьянке и то будет поровнее. Короче говоря, ребят, ждать ли рулетку на уничтожителя – дело ваше. Сколько сливать на уничтожителя – безусловно, тоже решать вам. Скажу откровенно, если вдруг вот такая вот рулеточка появится только не за купоны, а за голду, понятное дело, что я приложу максимум усилий для того, чтобы себе эту машину в коллекцию забрать. Но только потому, что я обожаю, как я уже говорил, машины нестандартные. Я безумно люблю могильщика, я безумно впечатлен тем же самым крушителем. Это все машины, те, которые предоставляют что-то уникальное, что-то новое, что-то нестандартное. То есть необычное цикличное орудие или необычный цикличный барабан. Но в отношении того, насколько имбовый уничтожитель, мне кажется, что слухи об этом крайне сильно преувеличены. Пишите свое мнение в комментариях на тему уничтожителя, хотите ли вы его себе, но уж тем более, если вы им обладаете, то пишите свои результаты, можете опровергнуть мою позицию, но только напишите сразу свой игровой никнейм в игре на евросервере, для того, чтобы мы могли все вместе посмотреть, а есть ли у вас эта машина по факту. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.